Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует микрофон 76! И сегодня мы вновь в парке Юбилейном. Сотрудники Дворца культуры Добрынина и коллективы решили устроить большой-большой праздник, приуроченный Дню защиты детей. Давайте посмотрим! Очень приятно познакомиться. Скажи, а кем ты хочешь стать? Я хочу стать лошадкой. Лошадкой? Наездницей, наверное, да? Скажи, как у тебя сегодня настроение? Хорошее. А ты готова веселиться вместе с нами? Супер, давай пять. Мы пришли сюда веселиться? Да. А вы знаете, на какой праздник вы пришли веселиться? Какой? День защиты детей. Готовы? Помните, что нужно сделать? Добежать до Фиксика, оббежать его и как можно быстрее вернуться сюда. Договорились? Тогда 3, 2, 1. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara, bara, bara. Ты будешь делать какие-нибудь добрые дела. И давайте мы что-нибудь очень доброе, теплое, светлое всем-всем пожелаем. Желаем много верных друзей. Счастья и много сладостей. Чего-нибудь крутого. Замечательно. А теперь давайте помашем и крикнем. Поздравляем! 3-4. Поздравляем! Вместе весело шагать наш праздник? Да. Как вам наш праздник сегодня понравился? Очень понравился. Что пожелаете нашим всем друзьям? В первую очередь здоровья. Ну и чтобы всегда было солнце. Чтобы всегда был мир. Мы желаем вам яркого лета, теплого настроения и хороших, добрых встреч. Пока!